13 сентября открыли участок дороги, идущий из морского торгового порта в город. Напомним, в 2014 году здесь в результате обрушения части дорожного полотна образовался обрыв. В течение 3 лет разрабатывали проекты, которые помогли бы исправить положение. И вот спустя еще несколько лет эта дорога может полностью функционировать. На долгожданном открытии участка присутствовали губернатор региона Сергей Носов и мэр города Юрий Гришан. Городоначальник, в свою очередь, рассказал о важности и значимости этой дороги. Меня в последние годы, когда спрашивали, какая самая главная проблема в Магадане, я говорю, это дорога из морского торгового порта. Потому что это и продукты питания, это и строительные материалы, это дорога жизни для города Магадана и всей Магаданской области. Ну а для нас, как собственников дороги, было очень сложно эксплуатировать. Здесь было одностороннее движение, светофоры. Машины стояли на подъем, грушенные с морского торгового порта. Это создавало, ну, такую как бы бутылочное узкое горлышко, где была постоянно проблема. Сейчас отлично, что все сделали. Благоустройство – это второй этап, идет своим чередом. Но дорога, самое главное, у нас есть. Поэтому спасибо всем и строителям, и заказчику, и правительству Магаданской области за то, что сделано в интересах города Магадана и области. Также, как сообщили «Вечернему Магадану», то гарантия на новое дорожное полотно составляет 50 лет. Кроме этого, все оставшиеся работы по благоустройству данного участка планируют завершить до 2025 года. Магаданскую ТЭЦ запустили еще в четверг, и уже сейчас все тепловые пункты работают. Однако в некоторых домах до сих пор нет тепла. Как рассказал мэр областного центра Юрий Гришан, в таких случаях виновата управляющая компания. Что касается жилья, если кого-то не подключили, пожалуйста, на горячую линию департамента ЖКХ. Если не знаете номер горячей линии, звоните 112. Там в колл-центре идет обработка всех ваших звонков, связывается с управляющей компанией, отрабатываем те подъезды, где по разным причинам люди позакрывали квартиры, поперекрывали стояки, такие есть. Вот сегодня две ситуации по Соколу, по Магадану. Мы научились открывать такие квартиры, приводить в порядок инженерные сети, и далее люди уже не будут ощущать этой проблемы. Я думаю, что вот по показателям Магаданской ТЭЦ сегодня значительно увеличился отбор тепла. А как только дома подключают, сразу ТЭЦ на макроуровне видит, сколько тепла ушло в дома. Я думаю, что завтра, послезавтра мы уже о запуске отопления и не вспомним. Все будут обеспечены ресурсом и никаких проблем не будет. На прошлой неделе прошел профилактический рейд, направленный на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Он был направлен на выявление подростков, находящихся в общественных местах без сопровождения законных представителей и контроля за соблюдением так называемого комендантского часа. В рейде приняли участие представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав мэрии Магадана, а также активисты общественной палаты города и сотрудники правоохранительных органов. Ну, наступил у нас учебный год, и время нахождения на улице для несовершеннолетних с 23 уже перешло на 22. В этот период до 22 часов наши ребята, обучающиеся до 16 лет, должны находиться уже дома, готовиться ко сну, готовить уроки. И вот цель сегодняшнего рейда – это мы проехали по общественным таким публичным местам и на предмет нахождения здесь подростков до 16 лет. Патрулирующая группа посетила излюбленные места отдыха молодежи. Беседки на Магданской площади, около ТЭЦ «Маримол», парк «Маяк», сквер на улице Болдырева, скейт-парк в городском парке. В ходе посещения указанных точек было зафиксировано несколько случаев нахождения подростков после 22 часов без взрослых. С ребятами провели беседы о соблюдении комендантского часа и необходимости нахождения дома с 22 часов до 6 утра. У нас будут выезды и выходные дни, но вот то, что сегодня мы увидели, что, в принципе, встречается достаточно большое количество молодежи, даже в такой будний день, хотя завтра учеба, в пятницу, вот многие 8 часов должны быть на занятиях,
По репликам самих подростков, родителей многие не знают, что их дети находятся вот в такое время на улице. Просят дети не снимать их, чтобы мама не увидела, папа не увидел. Ну, причин нахождения разные. Кто-то просто гуляет, кто-то там в магазин вышел. Но хочется обратить внимание наших уважаемых родителей, что, во-первых, ну, надо, наверное, следить за своими детьми, знать, где они находятся в вечернее время, чтобы они нормально высыпались и на следующий день занимались в школе. Ну и, конечно же, не отпускать вечернее время в магазин девушек там, и так далее. Город у нас спокойный, но, тем не менее, мы с вами понимаем, что безопасность наших детей в наших руках. Напомним, что в Магаданской области действует закон о мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Статьей 5 закона не допускается нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, ночное время, без сопровождения родителей или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей на улицах города и в общественных местах, в том числе стадионах, парках, в том числе стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования. Ответственность за данное нарушение наступает на основании части 1 статьи 5.35 Кодекса административных правонарушениях в Российской Федерации. Влечет наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей. Необходимо обратить внимание на то, что в случае повторного выявления нарушения родительских обязанностей, в том числе связанного с безнадзорным нахождением ребенка на улице в ночное время, рассматривается вопрос о постановке родителей на профилактический учет подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел. В Магаданском обновленном скейт-парке 11 сентября прошли соревнования по экстремальным видам спорта. В состязаниях могли участвовать ребята от 10 лет. Организатором, в свою очередь, выступила Магаданская молодежная областная общественная организация экстремальных видов спорта «Молот». Напомним, что именно организация «Молот» была главным инициатором замены скейт-площадки. Раньше ребята могли тренироваться на старых самодельных фигурах и палетах, но благодаря Ивану Зюбе сейчас в парке стоят отличные, разнообразные, а самое главное – безопасные платформы. За помощью в реализации этого проекта Иван обратился к депутату областной думы Петру Голубовскому, который полностью поддержал эту идею. Затем информация об этом попала губернатору Сергею Носову, и вот так у нас в городе появилась новая скейт-площадка. Кроме этого, раньше там был асфальт в плохом состоянии, везде лежали стекла и можно было легко пораниться. Поэтому муниципалитет, в свою очередь, занялся укладкой нового асфальта в парке на сумму свыше 3 миллионов рублей. Магаданское издательство «Охотник» совместно с российскими поэтами и писателями создали уникальный проект – книгу «Картинный город Магадан». Ее презентация прошла на прошлой неделе в Магаданском областном краеведческом музее. Сегодня у нас настоящий праздник, потому что мы презентуем книгу «Картинный город Магадан». В прошлом году осенью, приблизительно в это же время, у нас была презентация в Русском музее с этими же авторами. В этом году, через год, вышла книга, которая называется «Картинный город Магадан». Это проект наш совместный с краеведческим музеем магаданским. В него вошли те работы, которые хранятся в фондах Магаданского краеведческого музея. Поэтому мы сегодня пригласили сюда авторов, но авторы приехали не все, а только 4 автора. Те, кто принимал участие в жюри конкурса «Смеющийся пеликан». Потому что у нас сразу несколько мероприятий, в том числе подведение итогов конкурса «Смеющийся пеликан». Ну вот, я думаю, ребятам будет приятно услышать, что Даниил Софин стал победителем в старшей прозе, а Таня Зотова стала победительницей в конкурсе «Смеющийся пеликан» в младшей прозе. Картинный город Магадан о севере, о Колыме, о художниках и их произведениях. В ней представлено 60 картин, и о каждой известными поэтами написано стихотворение. Поэты известны на всю страну. Андрей Усачев, Анна Игнатова, Наталья Карпова, Галина Дядина, Сергей Махотин. Книга вышла месяц назад и уже прибыла в Магадан тиражом 15 000 экземпляров.